В декабре месяце 2017 года наши муниципалы решили украсить наши дворы и привезли ели в уродливых вазонах. Стоимость ели составляла 63 тысячи рублей. Далее, в мае месяце 2018 года эти ели высадили в землю. Стоимость каждой ели составляет 53 тысячи рублей. То есть на сегодняшний момент мы имеем 41 ель в нашем муниципальном округе. Некоторые из них выглядят вот таким образом сухие. 10 сухих елей и 7 елей, которых вообще не нашли во дворах. Мы решили провести акцию для того, чтобы показать жителям и привлечь их внимание, как нецелесообразно тратят муниципалы наши с вами средства.